Ну вот смотрите, есть у меня такая стиральная машинка Hot Point Riston. Ну такая бюджетная, конечно. И пришла пора почистить фильтр. Нужно это дело сделать периодически. Я еще ни разу там ничего не чистил, не менял. Посмотрел на ютубе ролики и просто был поражен, как это люди делают. Вот сейчас вот проведем эту процедуру вместе с вами. Фильтр у нас находится где-то либо здесь, может даже посередине. Но факт, что вот эта вот крышка вот так вот сбоку не вырывается, это 100%. Это однозначно. Кто-то отверткой вот так вот запихивает, отверткой вот так вот отгибает. Но это вообще трэш, конечно. Вот у меня есть вот такая штука, вот такая вот клипсы на Ниве там или на какой-то другой машине обшивки снимать. Вот я сейчас ее хочу попробовать. Ну, понятно, что не у всех такая штука есть. Но даже если ты отверткой вот так вот отстегиваешь железный, ты же сюда же повреждения наносишь. Ну, внешний вид машинки какой будет? И вообще может лопнуть вот эта вот декоративная накладка. Ну, ты возьми на отвертку, на стальную, ну, изоленты намотай в один круг, чтобы повреждений не было. Ну, люди вообще, я поражен. Ладно, давайте вместе с вами попробуем. Может, я не прав? Может, действительно вот так вот надо сбоку? Но судя по тому, что здесь вот чуть-чуть отгибается, ну, давайте попробуем. Вот. Так. Так, так. Тут, походу, сильно не надо нагибать. Ага, вот все, видите, как замечательно снимается. Все четенько. Так, насколько мне известно, когда вытаскиваешь вот этот вот фильтр, я даже не знаю, вправо, влево, нужно тряпку точно подложить, чтобы тут жена потом тебя вас не убила. Так, стрелок нет никаких. Ни влево, ни вправо, неизвестно. Ладно, ну что, перекрестясь, как говорится, попробуем снять. Я больше чем уверен, что там волос женских море, там борода будет ниже колена. Ладно, давайте. Ага, влево. Так. Ага, вот она как. О, вода побежала. Так, закручиваем обратно. Открываем унитаз. Так, вот это все право-влево. И начинаем выжимать сразу. Чтобы тут устроить у нас потоп. Так. Какую-то тряпочку-то маленькую взял, надо было побольше, наверное. А, ну все, вода. Ага. Фига подобного. Так, может быть, я что-то все-таки неправильно делаю. Может, нужно кран холодной воды перекрыть вообще? Или это вот она постоянно в машинке стоит, вот такая вода? Если честно, я даже не знаю. Надо было инструкцию-то почитать, прежде чем что-то тут делать. Тоже, блин, полез. И эти бежат. Так. Блин, хорошо бежит-то. Блин, да тут несколько литров получается воды, что ли. Блин, приключения. Смотрите, бежит, а? Хорошо. Блин, надоело мне, если честно. Так, давай уже заканчивайся, что-то. Так, и чё? Ну, открутил я его. А почему не вытаскивается?
Так, что надо делать-то, я не понимаю. Че, надавить его или вытащить? А вот мокро и неудобно. Ладно, на паузу поставлю, вытащу, потом вам покажу. Ну что, пошел, взял плоскогубцы. Ну, если честно, я худшего ожидал. Смотрите, все-таки вот этих вот солей, отложений, вот этой накипи здесь полно. Ну что, ладно, что, как говорится, сейчас все почищу, показывать вам не буду. Сборка, как говорится, в обратной последовательности. Но я к чему говорю? Не надо никаких отверток. Вот. Вот. Не надо ничего ломать, не надо ничего крушить, нужно делать все правильно по уму. Ладно, была у нас вот такая вот Hot Point Ariston. Канал «Наша жизнь в России», пускай немножко не по теме, но это же наша жизнь в России. Ладно, всем добра, удачи, здоровья, ну и, как говорится, свободы. Всем пока.